Ой, новый день, правильно, доски записывать, буду начинать как обычно там. Всем привет, с вами я, Никс Папа, и такое остальное. Ой, я ж крутой ютубер, видос каждый день пилю. Так, вещички на дворе, опять новый сосед какой-то. Ой, я конечно люблю подписчиков, но если это опять какая-то настырная жопа будет, которая меня доставать каждый день будет, я даже не знаю, чтобы адекватный мужик был, а не школьник какой-то пятилетний. Ой, надеюсь. Главное, чтобы не бандюган был, как в прошлый раз. Ой, посмотрим. Яникс папа, я подписчик, как он открывает дверь, Яникс папа. Даже посрать не дадут спокойно. Яникс папа. Ну привет. Яникс папа, я твой подписчик. А когда новые серии, когда новые видео? Завтра будет. Что тебе надо, подписчик? А ну, отойди. А я твой подписчик, я хочу сфотаться. Ай, ну ладно, давай, только быстро, давай. Давай. Селфуха. Так нормально? Так. Да, вот. Всем привет, с вами Яникс Папа. Вот так нормально? Да. А где Лика Папа? А я вот тут не скажу, да, у нее там дела и все. А ты подписчик, да? А вот лайки мне ставишь на видео, подписчик? Я, конечно, на все видео ставлю лайки. Я прям всем ставлю лайки. Ну, я не знаю. Да, даже вот на это видео вот сейчас поставил лайк. О, да на это-то я уже вообще сразу ставлю лайк, как только вижу. Прям вижу серию, сразу ставлю лайк. Ну ладно, тогда это настоящий подписчик, потому что только настоящие подписчики ставят лайк. Ну ладно. Вот, малой, вот ты прям умница. Ладно. А можно у тебя-то пока... Не, у меня тут дом ютубера, нельзя. Мы с тобой познакомились, давай подписчик, давай. А ты, кстати, напротив живешь? Да, я напротив, я тут потом покажу. Подписчик, я с тобой познакомился, селфи сделал, давай, все, до завтра, подписчик, давай. Ну блин, я же подписчик, ну пожалуйста. Ну я тебе уже сказал, мы с тобой сфоткались, все, давай, до завтра, подписчик, не доставай, все, пока. Понятно, я Никс Папа, не любишь ты своих подписчиков, ну и сидим себе дома, говнюк. Ой, неадекватные, я с ним здороваюсь, они потом еще меня оскорбляют, что им надо. Ой. Чаечек, бодрячочек, чтоб видос... Яникс папа! Подписчик, как ты вообще в мой дом забрался? Это ничего, то, что тут как бы моя собственность, а? Яникс папа, я хочу с тобой еще одну фотку сделать. Ты издеваешься, одной фотки мало тебе? Хочу фотку сделать. Ой, ну, давай последнюю фотку и марш отсюда, давай. Так, давай, селфуха, чтобы не размазалась. Все, подписчик, давай, уходи, давай, вот, выход. Я хочу у тебя посидеть, не-не-не, туда я не пойду. В смысле, посидеть твою-то задницу? Мне видос записывать надо. Ой, домик Яникс Папы, так снимаем. Ребята, это домик с Яникс Папы, смотрите. Подписчики. Там подписчик, тут подписчик. Посмотри, вот, смотри, а там еще одно зеркало, иди сюда, вот смотри, вот тут зеркало, это давай. Зеркало? Да, вот тут, вот смотри, опа. Нет, ты меня обманываешь, Вот, смотри, а ну что у меня там в шкафу? Вот твой костюмчик, А ну, зайди, померь костюмчик. Какой-то прикольный костюмчик, Яникс. А это что такое? Подписчик, ладно, подписчик, ага, ну сейчас я тебя выгоню, подписчик, раз ты такой настырный. Так, где мой электрошокер? Где мы? Тут. А, вот, ну что, подписчик. Ну иди сюда, сейчас я тебе шандарахну. Так, подписчик. И там подписчик, и тут подписчик. Ой. Да, подписчик, тут тебе не место. Давай обратно. Тут. А подожди, ты тут же ли видео снимаешь? Да, вот тут я сижу и такой. Всем привет, с вами Яникс Папа. Все, увидел. Давай. А можно я? Всем привет, с вами Яникс Папа. Офигеть, прикольно. Все, увидел? Давай, пошли за мной. Подожди, а где Лика, папа? Подписчик, ты слишком много вопросов задаешь. Ничего, я ждать не буду. Ой, бьют! Ай, ну подписчик, пошел отсюда, подписчик. Так, подписчик. Не зли Яникса папу, не зли Яникса папу, а ну пошел отсюда. Все, ухожу, только не бей, Вот таких неадекватных, не люблю таких адекватных подписчиков, вот люблю подписчика, который нормально ко мне относится, понял? Неадекваша. Ладно. Ой. Ненормальный какой-то.
Ой, все, хватит, хватит телевизор смотреть, пора видосики записывать. Подписчик ушел уже, надеюсь, не вернется. Подписчик. Ой, все, хватит. Нужно новую серию записывать. Так, что бы сегодня записать? Ну ладно, пофиг. Сейчас, короче, разберемся. Короче, давай. Сейчас, короче, можно начинать. Раз, два, три. Всем привет! С вами Яникс Папа, и сегодня мы будем играть в Dark. Сегодня в этой серии. Подписывайтесь на мой канал! Подписывайтесь! Пацан, ты меня реально до усрачки просто напугал. Так, камеры сейчас снимают. Подписывайтесь на мой канал, Shadow Priest, ссылка есть, ссылка ищите. Подписчик, что мне с тобой делать? Я просто не знаю. Я вроде добрый ютубер, но ты меня просто уже начинаешь злить. А ты вообще понимаешь, что ты Да, с тобой, походу, вообще бесполезно разговаривать. Может, тебе опять электрошокером шандарахнуть? Ой-ой-ой, только электрошокером, только... А что это такая за зеленая штука? Хромакей. Чё, не знаешь? Чтоб, ну, типа, задний фон был невидимым. А? Знаешь, какую фигню? Хромашо? Ну вот, сядь вот сюда, я тебе покажу. Ну вот, что, показывай. Да, давай. Слушай, вот, смотри, сел, опа, а ну, нажимай на кнопочку вот туда, нажимай. Не хочу нажимать. Да чё ты-то стримаешь? Вот, нажал. Нажал. Ну вот, видишь, сзади фона нету. Ага. Так, ты ж тупой. На видео фона нету, они в реальной Ой, жизни. Ой, ладно, твои сложные приколюхи, я не понимаю. А это что, спальня? Это что это? Это Федик. Да, он устал после записи. Это Федя, он спит? Да, он... Тобой в одной кровати? Не, ну в смысле, вот Лики папы просто сейчас нету, знаешь, и Фредик вот устал после записи и решил ее прилечь. Я не тот, кто ты подумал, не, он просто. Яникс, папа, чё? Ты шо, голубой? Да я тебе ж говорю, нет, он ты просто. Ты шо из этих? Яникс папа голубой! Яникс папа голубой, а что это у тебя тут такое? Ой, Яникс папа голубой! Вот скажу своим подписчикам, они тебя побьют. Яникс папа голубой! Голубой, Яникс папа! Голубой, я не голубой, я не голубой. Скажу подписчикам, убьют тебя, убьют. Проекты мои новые, там видосики, вот там у меня таблички написаны, что я планирую в будущем записывать. Туда не надо. А, я понял, там Яникс папа голубой, Яникс папа голубой. Вот сейчас скажу своим подписчикам, жопу тебя надеру. Да, пошли лучше погуляем, не смотри сюда, не надо сюда смотреть. Пошли лучше погуляем где-то, вот сюда. Да, вот смотри, какой у меня тут дворик, вот смотри, посмотрел, а ну сейчас давай домой проваливай, все, пошли домой к тебе. А что там? Да ничего, там баня у меня, вот я там парюсь после записи видосиков, там круто, вот когда устану, знаешь, там, пошли домой, я тебе... По-моему, там Dark. Какой? Да, в бане Dark. Пошли домой, я тебя проведу. Пошли. Ну ладно, хорошо. Пошли. А яблочки будешь? Не люблю лапочки. Пошли домой, я тебя проведу. Ладно. Ты какой-то странный, Яникс папа. Голубой. Я ж... Яникс папа голубой. Ну и ты паскуда, я ж тебе горел, не голубой я. Все, не голубой. Не подписчика, дебила кусок. Не голубой я. Иди в баню. Ой, Федя, не дают мне видосы нормально записать. Ты там отдыхай, я сейчас приду, видосик запишу и потом вместе запишем. Ой, не дают. Апчи! Это где было? Это на заднем дворе было? Кто? Не, только не тут, не за... Подпись... Если он сейчас узнает мой пароль... Подписчик... Нет, это уже слишком, это чересчур он узнал... Он сейчас узнает мою тайну. Так, нужно за ним проследить и ликвидировать этого подписчика настырного. Так, главное, чтобы мою тайну не узнал. Подписчик, да, значит, подписчик. Вот он ходит, там подписчик. А, никто не узнает тайну Яникса папы. Он, там подписчик. А ну, подписчик, что ты там хочешь? А, ничего нету. Подписчик, на тебе, подписчик. Не убивайте! Подписчик, что ты какой-то живучий подписчик? Не узнал секрет Яникса папы. Вот где Лика папа. Не хотела со мной видосики записывать, вот сейчас наказано. А я буду с Фреддиком записывать.